Ну что, парни, готовы? Да! К этой страшной карте. Я жду не дождусь, когда мы наконец сыграем. Да! Ах, блин, походу это будет очень страшно. О, блин, о нет, о нет! Помогите, Венас! Мы на месте. Ну что, чувак? Да, чувак. Мы на задании. Мы должны кое-что найти в космосе. Окей, нагло, нагло, иди сюда, смотри. Что? Смотри. Нет! Помоги, Венас! Карма, сучка. Венас! Как начать игру? Куда нажать? На эту штуку. На эту штуку? Начинается. Мы начинаем, парни. О, мой бог! Мы летим через космос! Это гиперскорость! Мы прилетели к надписи, мистический сигнал был получен с Игниона Третьего. Это лучшие начальные титры. С последней планеты, которую эксплуатирует космическая добывающая компания. Nitrocorp Industries. Чизбургер. С картошечкой. И я работник этой компании. Мы работники космической компании, парни, это офигенно! Макдональдс! Точно, Макдональдс! Я был отправлен на космическую станцию рядом с этой планетой. Мы будем продавать чизбургеры на этой планете! Чтобы понять, что же там, черт возьми, происходит! Мы не понимаем, что происходит даже сейчас! Я в полном замешательстве! Ну, пока не страшно. И моя игра крашнулась. Что, реально? Ты серьезно? Да, это лучшая карта. Не смотри на меня так, я читаю. Посмотри мне в глаз. О, мой бог, что здесь происходит? Смотрите, он красный. Мини-лед красный. Почему ты красный? Почему эта карта такая маленькая? Ладно, погнали, попытка номер два. С последней планеты, которую эксплуатируют бла-бла-бла. И я работник этой компании. Чтобы понять, что же там, черт возьми, происходит. И... Интрига. Смена карты. Эпичный переход. Что это была за хрень? Бэм, мы здесь. Ладно, давайте, погнали, погнали. В этот лифт, в этот лифт. Ты даже не знаешь, куда этот лифт поедет. Неважно, это лифт, значит нам туда. Тут написано вакуумная комната. Что если я нажму эту кнопку? Она все равно недоступна. Ау, черт! Ладно, вверх или вниз? Вниз, вниз, он едет только вниз. А, да, я обожаю катиться вниз. Люблю опускаться вниз, когда вокруг меня еще три мужика. Не знаю, как вы, но я выхожу. Извините, Лириус, как-нибудь в другой раз. Ау? Nitrocorp! Оу, посмотрите на эту планету! Это планета Ноглы. Планета Ноглы? Да, планета Ноглы, это тут живут Зойдберги. Да, она красная. Почему мы выглядим как высокие дети? Потому что в будущем, ну знаешь, в будущем все будут выглядеть одинаково, так что не будет различий. Скрещивание и все такое. Конференц-зал. Парни, смотрите, я нашел оружие. Куда вы ушли? Двери заклинило. Я нашел ключ. И я нашел. Наши главные сервера пострадали от резкого скачка напряжения. Нужно заменить поврежденные модули, чтобы восстановить работу компьютера. Где вы? Да мы здесь, тупой сучонок. Не отставай от группы. Я отходил в сортир. Давайте сюда, я хочу сюда. Что это за место такое? Какого? Хватит! Это другая! Мы уже читали! Ау, а, да! Хватит читать это дерьмо, хватит! Да ладно, пусть прочитает! Мне нужна помощь в холодильной камере. Дверь закрылась, и мы идем дальше. Окей. Наверное, они тут спят. Ау, тут мы должны заменить модули. Куда-то надо вставить ключ. Я что-то забыл. Ключ у меня, ключ у меня. Окей, вставляй его сюда. Куда вы там что вставляете? Мы вставляем ключ. Но это твой зад, я не хочу вставлять ключ тебе в зад. Давай, вот так. Да, готово. Мы сделали это. Тысяча глаз смотрит. Что? Что это было? Ладно, давайте сюда. Вау, это хорошая идея. Кажется, нам нужен код доступа. О, я его знаю. Откуда? 7395. Ты решил просто угадать? Нет, да, ты прав. Парни, я заблудился. Зашибись. Нет, да.
Парни, хотите есть? Да, я голоден. Я тоже. О, это же ломик, я хочу его. Да, я взял ломик. Осторожно, зомби! Бейте их, бейте, бейте! Хватит, ты бьешь меня. Парни, я знаю, куда нам теперь, я знаю, куда нам. Какого? Убейте его, убейте его! Какого черта? Он вывалился из вентиляции. Смотрите, он снова там. Ох, черт. О, сюда, вентиляция. Да, точняк, Ногла. Сюда, сюда, давайте сюда. Ты уверен? О, точно, ништяк. Это сила дедукции, Ногла. Да, да, сила вот этой штуки. Ага, вот этой штуки, которую я сказал. Идемте. Вам вообще пофиг на сюжет? Да, главное, мы тут. Прикольно, но тут ничего нет. О, окей, давайте дальше. Аккуратней, парни, аккуратней. О, смотрите, какие крохотные контейнеры. О, они такие миленькие. Так тут что-нибудь есть? О, что это? Что это? Это плазменный резак, мы должны вскрыть им дверь. Вот эта дверь, у кого плазменный резак? У Мини. О, неважно, он и так сработал. Окей. Какого черта? Главное, сработало. Мы использовали силу. Ладно, все дороги ведут в туалет. Ау! Тут есть кабинки для каждого из нас! Что такое? Оу, что за... Оу, это труп! Это пиньята! Ты играл в какую-то неправильную пиньяту, Делириус! Погодите, зачем мы пришли в туалет? Походу, тут что-то должно быть. Может, там нужно просто погадить? Срань господня! Черт! Что такое? Что там было? О, мой бог! Этот чувак вылетел прямо из зеркала! Парни, смотрите, это же кот! О, да! 1873, я был прав! Ты говорил другое! 1873, парни! 1873! Я просто пропускаю все скримеры! Ау, переверни их! Переверни их! Кот нужно перевернуть! 3... 3, 8, 7, 1! А, нет, нет, не так! 3, 7, 8, 1! 3, 7, 8, 1! 3, 7, 8, 1! Разве не 6? Так держать! Да! Идите к нам! Идите к нам! Когда вы в лифте с тремя мужиками, опускайтесь! Парни, я слышу голоса в голове, которые говорят... Я слышу голоса, которые говорят идти к вам! Походу, вам надо в больницу! Ага! Да, кажется, ты прав, хотя знаешь, пошел ты со своей больницей! Ладно, ладно, давайте дальше, парни! Все на борт, все на борт! Мы едем домой! Давай скорее! Залезай, залезай! Нет, подождите! О, ты все-таки сделал это! О, май бах, о, блин! Оу, метеор, метеор! Метеор! Это метеор! Оу, астероиды! Нет! О боже, кажется, мы все умрем! Нет, эта штука неразрушимая! Она защищена от астероидов! Окей, ладно! Я не хочу туда, парни, там страшно! Что здесь произошло? Мы не знаем! Эй, парни, смотрите, там кто-то есть! Лучше взять фонарик, тут есть фонарик, где он, где он, где он? Да, теперь у нас есть фонарики! О боже, что с этим чуваком? Эй, приятель! Давай, проснись и пой! Кажется, он голоден. Делириус, я бы... О боже! Ах, блин! Я и не собирался просовывать ему член, Эван. Я и не собирался это говорить. О черт, что это было? О черт, зомби, зомби, зомби! Гасите его! О боже! Вы что, переключали фонарики туда-сюда? Нет, я ничего не нажимал. Что это? Кажется, это ключ к чему-то. О, точно! Идем назад, нам нужно назад. Что это? Назад в будущее! Это новая игра от Nintendo? Это Game Boy, я всегда хотел в него поиграть. Вставляй его сюда, вставляй его сюда. Вот так. Вау. А, черт. Еще зомби. Точно то же самое, что и в той комнате. Ага, точно. Смотрите, ползучий, не убивайте его, он милый. Окей. О, прости. За что ты его, нагло? Тут точно что-то не так. Давайте вниз. Помните, когда рядом три мужика, опускайтесь вниз. Включайте их, включайте. Да, давайте. А, о боже, какого черта? Наконец-то я увидел скример. Нет, хватит, 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 хватит. Нет, нет. Помогите, помогите. Мой фонарик все еще глючит, чувак. Ох, черт, я хочу свалить с этой чертовой карты. Мы должны включить эти генераторы. Готово, Эван. Оу, какого черта? Что происходит? Бежим. Эти астероиды повредили солнечные панели. О нет, как ты это понял, нагло? Бежим, лезем наверх, лезем наверх. Куда? Ау, точно. Вы что, забыли, как мы сюда спускались? Нам надо назад. Ау, это уже другое место? А нет, то же самое. Да.
Это просто лучшая карта из всех. Да, это так весело. Я так счастлив. Смотрите на наглу, он стоит сзади. Эй, там, на корме. Оу, он упал. Пока, Ногла, пока. Я здесь, я здесь. Я вернулся. Вы видите меня? Нам сюда. Мы на месте. Да, вакуумная комната, ништяк. Оу, нам нужны скафандры, парни. Ау, нам нужно обратно. Кто последний, тот лох. Оу, спасибо, парни, спасибо. Вы мудилы. Подожди нас там, мы сейчас вернемся. Надевайте костюм космического горнодобытчика, ништяк. Ништяк! Ну что, готовы? Все игроки должны быть внутри! О мой бог, это как в Хейло! Ау, сюда, сюда! Да, вот так! Блин, это круто! Охренеть, мы в космосе! Да, мы в космосе! Пока, парни! Космос! Нам нужно туда? Космос! О, боже! Парни, парни, пауки! Пауки, космические пауки! О, черт, я чуть не перепрыгнул! Пауки! Мне хана, мне хана! А нет! Я убил одного! Я поднялся высоко в небо. Или в космос. Да, о чем это я? Мы же в космосе. Как мы еще не улетели в космос? Парни, я приземляюсь, и я здесь. Парни, давайте. Нам нужно починить эти солнечные панели. Нам нужно починить их все, парни. Давай, я хочу приземлиться сюда. Так, я на месте. Я надеюсь. Оу, я прыгаю так высоко. Там паук. Там паук. Я приземляюсь. Я думал, что улечу в открытый космос, но я приземлился. Срань господня, эти пауки. О мой бог! Он прыгнул на него. Я видел, как он прыгнул на него. Это было жестко. Давай, Делириус. Давай. О нет, кажется, я перелетаю. Давай, приземляйся, приземляйся. Да, ладно, давай сюда. Прыгай на ту. Ах, блин. Ладно, жмите по моей команде. 3, 2, 1. Давайте. Да! Мы починили все панели, что дальше? Давайте ко мне, я здесь! Я отфигачу тебя, нагло! Тебе хана! Парни! Эван, ты где? Я, кажется, я улетаю, парни. Я лечу на планету Ноглы. Я почти долетел до нее. Куда ты подевался? А, он здесь! Оу, привет! Ладно, пойдемте. Мы все здесь, нажимайте на кнопку. Это было легко. Ништяк. Нет, это не было легко. Оу, смотрите, сюда, что тут? И что дальше, надо на что-то нажать? Оу. Это все? Это конец? Это все? Мы прошли карту? Мы отправляемся на планету Ноглы. Точно, мы летим в космос. Эти страшные карты всегда так странно заканчиваются. Мы что, летим на этой маленькой фигнюшке? Да, точно, мы летим на этой мелкой хреновине. Эта штука похожа на какой-то гроб. Погодите, он что-то говорит. Что? Мы все пропустили. Да, мы все пропустили, вау. Теперь мы ничего не узнаем. Опять смена карты? Погодите, это не конец? Нет, это конец. Это закончилось? Да, точно. Парни, наш шаттл приземлился на этом астероиде. Погодите, мы что, были внутри этого мелкого куска дерьма? Да, вот именно. Все четверо. Мы лежали там валетом.